Всем доброго времени суток, гостям, подписчикам моего канала. А если вы зашли посмотреть это видео, значит, вы искали, как сделать врезку в танкер. Вот такой вот танкер. Многие их ставят, собирают в него дождевую воду. Вот. Как сделать врезку в него? Здесь в комплекте идет вот такая вот пробка. Вот. Использовал я муфту полипропиленовую 32, 3 четверти наружная резьба. С той стороны у меня контрагайка. Все это собирал на силиконовый герметик. И вот такие вот отводы я сделал. Так, как сделать врезку в бочку, в танкер. Для этого я взял сверло перьевое 30 мм. У меня этих танкеров будет для обвязки 5 штук. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Купил я полипропиленовую муфту 32. Здесь 3 четверти наружная резьба. Внутри у меня контрагайка валтековская. Сейчас я ее выкручу. И всю вот эту сборку. Я буду делать на герметик силиконовый заранее. То есть сейчас вечером у себя дома, в гараже, я все это насверлил. Вот. Сейчас я соберу на герметик, а завтра уже на объекте все это буду обвязывать там, как просил заказчик. Здесь меня заказчик попросил сделать отвод через кран 3/4 резьба наружнее, подсоединять шланг, поливать что-то. Вот этот вот отвод, это вот набирать в ведро воду. Вот. Кран сейчас там открыт, могу продемонстрировать. Сейчас там полная бочка воды. С этой стороны тоже. Так что вот такое вот техническое решение. Конечно, сейчас вот такие вот врезки в бочку, пробки продаются, я видел на AliExpress. Но можно не заказывать, не ждать долго, а сделать все самому. Вот, было видео полезно. Ставим палец вверх. Спасибо за просмотр. Всем удачи, до свидания.